Получение гражданства другой страны не станет причиной автоматического лишения украинского гражданства. Однако законно гражданин Украины может получить иностранное гражданство лишь в случае выхода, потери или отказа от украинского гражданства, а также в случаях, описанных в международных договорах Украины. Так прокомментировал МИД вопрос о гражданстве жителей Крыма. Заявление было сделано в ответ на многочисленные статьи в СМИ по предоставленной информации, подписанной президентом Владимиром Путиным, председателем Севастополя Алексеем Чалым и премьером Крыма Сергеем Аксеновым. Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России делает жителей Крыма россиянами. Украинцы и лица без гражданства признаются гражданами России автоматически, если только по истечении месяца гражданинам не будет заявлено желание сохранить украинское гражданство, что предусмотрено статьей 5 в подписанном президентом России и премьером Крыма в договоре. Таким образом, крымчанам необходимо пройти процедуры оформления выхода или потери гражданства Украины. Получение украинцам российского гражданства не рассматривается как основание для лишения гражданства, как подчеркнули в МИД. Также представители министерства объяснили журналистам издания «Биржевой лидер» следующее. Согласно пункту 1 статьи 2 закона о смене гражданства, когда гражданин Украины получает подданство другого государства, нескольких государств, то в правовом отношении с Украиной он будет считаться гражданином только Украины и признается только украинское гражданство. Фактически гражданин Украины теперь может иметь как минимум 2 паспорта. Аналитики издания «Биржевой лидер» указывают на скорость развития событий. Лишь 16 марта состоялся непризнанный референдум с почти единогласным решением о вхождении Крыма в состав России. 18 марта соответствующий документ был подписан представителями Крыма, России и Севастополя. А уже сегодня, 19 марта, начал функционировать пункт Федеральной миграционной службы России, принимающий документы для оформления российских паспортов.